С мемориальной доски на фасаде 160-го дома на улице Суворова Виктор Илюхин смотрит серьезным взглядом. Политик, юрист, депутат Государственной Думы здесь жил. Теперь сюда приходят его друзья и товарищи, чтобы почтить память соратника. 19 марта 2011 года он скоропостижно скончался. Юрий Лыжин рассказывает, знаком с Виктором Ивановичем был буквально с детства. Но вот настоящая дружба завязалась гораздо позже, в 90-е. Мы с этого вот времени, начиная по большому счету, вот с 96-го года, мы с ним очень тесно общались, очень тесно. Были даже в командировках зарубежных вместе. Ну, вот его авторитет, наверное, дал очень много и для Пензенской области, потому что Илюхин Виктор Иванович выходит из Пензенской области. И я вот потом, общаясь даже с некоторыми работниками сегодняшними, даже вот прокуратуры, которые с большим уважением относились ему как вот именно специалисту в юриспруденции. Виктор Иванович часто приезжал в Пензенскую область, несмотря на то, что он был, по сути дела, политиком федерального масштаба, да, он часто приезжал сюда, в Пензенскую область, он ездил в свое родное село Сосновку Кузнецкого района и очень много помогал землякам. Я знаю, что он очень много помогал своему родному Кузнецку, Кузнецкому району, удовлетворял личные какие-то просьбы людей. То есть, несмотря на вот такой федеральный уровень, несмотря на величину своей личности, он при этом был человеком очень чутким, человеком простым. На встрече знакомые и соратники еще не раз вспомнили о заслугах Виктора Илюхина. После минуты молчания собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске.